В ходе форума вы уже говорили и о том, что такое журналистика сегодня. Она мало чем отличается от того, что было вчера, по сути. А по сути это поиск правды. В современном мире, когда так бурно развиваются информационные технологии, все равно остается самым главным это информационная добросовестность и правда, о которой я уже говорил, объективность информации. Вот что самое главное. И, конечно, важно для представителей власти во всех странах мира обеспечить свободу распространения информации. Считаю, что многие из сидящих здесь в зале со мной согласятся, что не может быть ситуации, когда если каким-то властям какая-то информация нравится, ее следует защищать и говорить о свободе распространения информации, о свободе прессы, а когда что-то не нравится, тут же обзывать эту информацию пропагандой кого бы то ни было, которая обслуживает какие-то политические группы либо интересы конкретных государств. Через минуту 20 секунд мы предлагаем это нашим подписчикам вот такие в порядке, сделанные этим роботом. Наше изобретение стоит в 5 раз дешевле зарубежных аналогов. А вы не читали еще? Будете? Я вообще ни одной книжки не читал. Ни одной. Вообще не одной. А почему вы не читаете? Да я все знаю, все почему. Гаррисон Фрекенштейн, да, спасибо. Der wirkliche Reichtum des Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bedanke mich auch. Dankeschön. Danke. Eine kleine Bitte habe ich noch. Immer. Petersburg bist du als nächster, ja? Ja. Lohnt sich das, da hinzukommen? Ja, natürlich, ich immer. Dann komme ich hier. Ja.